Поезд Воркута-Лабытнанги признан самым медленным в России. Чтобы проехать от начальной станции до конечной, пассажирам надо потратить почти целый день. Расстояние в 260 километров. Состав преодолевает со скоростью до 50 километров в час. Отчасти причина – вечная мерзлота и на скорую руку построенный участок трансполярной магистрали. Впрочем, компенсирует все живописные виды. За окном прекрасный повод расслабиться и насладиться арктическими красотами. Это и река, и мост, и горы. При этом сам маршрут считается пригородным. Отметим, у состава всего 2 пассажирских и от 3 до 10 почтово-багажных вагонов. У поезда 2 расписания, которые чередуются через день. К слову, почти все пассажиры выходят, не доезжая до Лабытнанг в поселке Харп. От него до города есть автодорога, расстояние по которой всего 30 километров. А вот по железке этот отрезок преодолевается целых 2,5 часа.